слышали. На самом деле можно и русский язык сюда поставить, если порыться на форуме ForPDA, но я пока этого делать не стал. На самом деле это обзор такого робота-пылесоса, позиционируется он как Xiaomi, хотя написано RoboRock, как я понимаю. Rock, по-моему, скала, если я правильно английский перевожу. Так вот, давайте мы его еще запустим по столу. Давай, давай, стол надо хорошенько почистить, а потом пойдешь чистить кухню, собственно, спальню, детскую. Ну и в коридоре, конечно, тоже почистишь, давай. Самое главное, что есть, конечно же, датчики, он не упадет, а это актуально, если у вас, например, второй этаж. То есть ничего шаманить не нужно, какие-то специальные там вещи ставить. Он просто не упадет, есть специальный датчик. Давайте мы его выключим, а то, наверное, шумно. Есть несколько режимов, в том числе режим влажной уборки. И действительно, сразу скажу о режиме влажной уборки, точнее. А я, кстати, по-моему, не поздоровался. Всем привет, друзья. Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале R-Style. Обычно я делаю обзоры на смартфоны, но это робот-пылесос. Мало того, у меня есть еще один робот-пылесос, но на него обзор на этом канале не вышел. У меня есть чем сравнить. Более дешевый и более дорогой. В дни распродаж 11.11, китайская, естественно, AliExpress распродажа, он будет стоить $310. Плюс продавец этого пылесоса дал мне купон, но он сразу предупредил, что купонов мало, на $10. Ссылку я оставлю. Если кто-то хочет купить, ну, понятно, обзор до конца досмотрите, то он обойдется в $300. В рублях это, грубо говоря, там двадцатка будет с небольшим. Стоит ли он таких денег или нет, я в этом обзоре вам подробно расскажу. Итак, робот-пылесос. Начну, наверное, с комплекта. В комплекте идет, кроме самого робота-пылесоса, док-станция, специальный силиконовый коврик, чтобы он на него наезжал, не буксовал, например, на плитке, как я понимаю. В другом пылесосе я такого не видел. Он, естественно, когда батарея разряжается, сам найдет дорогу домой, к зарядке, к кормушке своей. И, естественно, вы можете его направить. А важная фишка, то, что мы через приложение Xiaomi, Mi Home, с помощью этого приложения мы можем пылесосом удаленно пылесос включать, выключать. При первом включении пылесос тщательно обследует все, что происходит вокруг, рисует некую карту. И действительно, она похожа на правдивую. То есть комната у меня небольшая, но он все углы обследовал и запоминает. Я его отправил на кухню, разумеется, можно как машинку игрушечную, то есть управлять с помощью пылесоса, с помощью джойстика. Притом два варианта можно как им двигать его, направляя. Есть влажная уборка, по ней, наверное, стоит рассказать сразу, потому что касается обычной уборки, не влажной, здесь одна щетка, обычно две, здесь одна. Убирает хорошо. То есть, реально, я не могу сказать, что он убирает сильно лучше пылесоса вдвое дешевле себя, который у меня есть, как пример. Я разницы какой-то не вижу, но убирает хорошо. Пылесос мощный, явно мощнее моего старого робота-пылесоса, который нас очень сильно выручает. Он без мойки, безо всего. Этот явно мощнее, лучше двигается. Его даже тот старый, например, взял, поднял и все. Этот даже поднять, он борется, прям хочет дальше продолжать работать. И мощность его хорошая. Единственное, шумит. Очень сильно шумит, можно сделать сбалансированный режим, но все равно мощность вот этого, вот он когда двигается, она будет слышна. Что касается влажной уборки, то мне кажется, эта опция очень слабая и толку от нее практически нет. В комплекте идет целых два вот таких вот специальных, как назвать, коврика, специальные насадки для влажной уборки. Заливается вода, я прям из-под крана залил, ну, если вам спокойнее, можете из-под чайника. Вот. Но толку от этой влажной уборки особо и нет. То есть она есть. Видно, что пылесос работает, но как-то очень слабенько. Либо должно быть помещение какое-то идеальное, я не знаю. Но вот я не заметил, что пол помыт. Хотя он на кухне минут 20 с влажной уборкой работал, но я не заметил. После обычного мытья полов все значительно лучше. Поэтому я бы сказал, что эта опция тут для галочки. Вы можете со мной не согласиться, если у вас есть такой помощник дома. Может быть, я что-то делаю не так. Притом я ставлю с помощью приложения специальный режим для, собственно, влажной уборки. Пробовал и с обычным. Что еще? Куча настроек разных, разумеется. Можно зоны сделать, куда пылесосу заходить не нужно. Можно дистанционное управление, как я и говорил, очень удобная штука. Но, как правило, опыт и мой, и знакомый мой, который пользуется робот-пылесосом, просто поставил его, запрограммировал. Когда вы, например, перед приходом, скажем, там в 4 часа в 16:00 времени он должен включиться, убрать всю квартиру и в 18, допустим, уже или там 17 час пойти обратно на зарядку. Конкретно по этой, если вам нужны все эти плюшки, куча разных настроек через телефон с помощью программы, то, конечно, пылесос будет хорошей покупкой, хорошим помощником в вашем доме. Он действительно собирает мельчайшие и волосы, и все вот в доме очень нужная вещь.
правда. Я думал, это баловство. Это не баловство. Это особенно, если у вас дети, это очень здорово помогает именно всякие ворсинки. Опять же, у кого, если не встроенные обычные шкафы на ножках или под кровати, когда кто туда заберется под большую двухспальную кровать, эта штука очень сильно выручает. Отправил ее под кровать, и он там всю эту пыль собирает. Реально классно. Что касается вот мойки, я уже подробно высказался, мне кажется, толку от нее немного. В целом, решайте сами, конечно. За 20 тысяч можно купить не самый плохой смартфон. Это за 20 там с небольшим, с учетом скидок максимальных на AliExpress. Думайте сами, покупать, не покупать. На мой взгляд, именно свою работу, выполнение, очистку помещений, на ура просто. Очень хорошо все. Что касается влажной уборки, больше для галочки она здесь. Думайте сами, решайте сами, как говорится. Если кто-то пользуется таким именно роботом-пылесосом, отпишитесь, как вам ощущение, не разочаровал или нет. Сравниваем с моим старым пылесосом за 10 тысяч рублей. Этот лучше, мощнее, есть влажная уборка, пусть и очень спорная. И самое главное, есть управление с телефона, что просто интересно, реально интересно. Еще только камеры не хватает. На этом у меня все. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Эксперимент, особенно у кого дети, вот мы подушечки насыпали на столе, и мне было интересно, разбрасывает, не разбрасывает, здесь одна щетка всего, и он практически не разбрасывает, он очень хорошо их собирает, и, ну, я не боюсь его перехвалить, но вот в плане уборки он очень щепетильно, можно сказать, очень качественно убирает даже маленький всякий вот мусор, он не разбрасывает его, а хорошо собирает, и это, конечно, большой плюс. Особенно, если разбрасываете не просто пыль какая-то, как я и говорил, а какие-то, говорю, вот детские, даже маленькие, вот подушечки разбросают, вот что-то такое. Пылесос справляется с этим, и это круто. Еще один нюанс, когда будете вытряхивать, собственно, лоток, он сверху здесь, нетипично. Сначала щетку почистите, здесь в комплекте специальная щеточка, ставьте на место, а потом лоток, потому что иначе с лотка на щетку все будет сыпаться. Но справился просто на ура, вы видите сами, реально очень хорошо справляется с уборкой, не разбрасывая в стороны все, реально круто.